Тихо, тихо, уи! Да все нормально. А, блин! Оу, да! Продолжаем с вами играть в Death Stranding, друзья. А с вами, если вы не поняли, Юджин. И мы приступаем. Поразительно, но мы еще с вами играем в эту игру. Это уже четвертый выпуск. И напоминаю, что каждый выпуск по этой игре может оказаться последним. Вот прям каждый. Это зависит от многих факторов, которые я озвучил в предыдущих выпусках. Поэтому, если вы о них не слышали, то обязательно посмотрите те видосы и поймете, в чем весь замес. Нам нужно куда-то войти. В личное помещение я не пойду. Не. No. Нам нужно с вами куда? Отправиться на запад, получить новый заказ в столичном узле. Сэм. Стопэ. Да-да-да, спасибо, я все понял. Я самый плохой курьер в мире. Это Дай Харда. Твоя задача протянуть хиральную сеть отсюда до портового узла. Окей. Но не думай, что сможешь сразу пойти туда. Сигнал туда не долетит. Чтобы покрыть такое расстояние, нужно использовать узлы. Считай, что ты связываешь веревки, чтобы сделать длинную. Первый такой узел — это пункт Бриджеса. Взгляни на заказ. Доставь то, что им нужно, и подключи к Юбе. Ой, сейчас будет много букв, да? Много букв будет, я ничего не пойму. Выполнение заказов, выполнение запросов на доставку. Хорошо. Такое ощущение, как будто я в мобильную игру играю. Знаете, когда там целая куча всяких штук, и все подсвечивается, чтобы вы жали, кликали. Окей. Экран подтверждения заказа. В описаниях заказов может быть жизненно важная информация. Изучи ее, прежде чем выдвигаться в путь. Хорошо, давайте получим заказ. Умное лекарство. Окситоцин. И потом прикрепить костюму. Что это у нас такое? Умное лекарство. Это все умное лекарство? Я не понимаю. Хорошо, давайте нести на спине. Сэр. Да. Для этого маршрута мы выделили тебе веревку и лестницу. Есть. Они помогут на крутых склонах, а из лестницы может выйти мост, если нужно перебраться через реку. Наверное, сейчас ты думаешь о том, как тебе доставить заказ. О, да. Меню управления грузами можно вызвать с помощью браслета, нажав Options. В этом меню вы выберете, куда и как доставлять грузы. Учтите, что расположение грузов ощутимо влияет на вашу подвижность. Предметы, которые вы не можете нести или погрузить на транспорт, помещаются в ваше личное хранилище. Окей. Куда нам деть лестницу? Можем ее вот так, тогда у нас будет дисбаланс. Я думаю, нам нужно на спине. Хорош. Хорош. Сколько у нас в итоге? Две уже лестницы. Ну, я так понимаю, нам нужно просто их тупо всех погрузить обязательно, да. Нести на спине. Получается, у нас будет бесконечно огромный рюкзак, да, сейчас? Умное лекарство, окситоцин. Снабжающий мозг. Окей, не знаю, значит. Это все у нас на спине. Полка для грузов. Это где? Не знаю, для чего это нужно. Ботинки еще у нас есть. На смену получается. А еще можно, видите, нажать авторазмещение груза. Ну, окей. Отправиться в путь, да? Все, хорошо. Нормально. Такой огромный рюкзак. Я видел, что там еще вроде как больше могут быть рюкзаки. Прям совсем гигантские. Так, чтобы нам добраться сюда, нам необходимо будет пересечь. Мы можем пойти вдоль побережья. Вот отсюда зайти, чтобы через горы не тащиться. Или же рискнуть и пойти более веселым путем. Я думаю, так и сделаем. Давайте, значит. Мы сейчас вот здесь. Потом я подзабыл, как нам ставить. Так, ставить метку. И тащим. Вот прямо. Да прямо вот так, по прямой. Мы, умный курьер, подбираем наиболее короткую дорогу. Самый эффективный способ — это идти напрямую. Я так считаю. Понеслась. Счастливого пути. О, да. Я уже не знаю, что может быть счастливее в моем пути, чем нести мертвую мать. Yes. Да вообще все в порядке, идеально работает. Вот нам нужно будет вот через тот хребет. Там радуга. Ой-ой-ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой. Может быть, нам дадут уже транспорт? Я бы не отказался. Окей, использую сторожевую вышку. Давайте попробуем сейчас посмотреть. Нам, получается, вот сюда надо. О, а это что? Столичный узел. О, кстати, можно выше поднимать. Короче, здесь какие-то знаки есть. Они тянутся прямо в небо. И вон там еще что-то есть. Везде что-то есть. Окей, уходим. Прыжок. Стой. Что-то разогнался-то так. Криптобиотов здесь нету. Ну, а давайте пойдем вот по вот этим вот следам. Да что ты вечно названиваешь? Манеры могут потерять груз. Но ты лучший из лучших. Ты сможешь завершить то, что не удалось им. Если найдешь брошенные грузы, подумай о том, чтобы доставить их по назначению. Это легче, чем тебе кажется. Понимаешь, все наши грузы отмечены идентификаторами Бриджес. А твой Адрадек оснащен сканером, который их засекает. То есть я хочу сказать, что эта штука на твоем плече поможет тебе найти пропавшие грузы. Окей. Так вот, я думаю, если я считаюсь лучшим курьером у них... Ой, мама, кажется, очень мокро и глубоко. Так, скан. Слишком глубоко. Помни, Сэм. Каждый груз — это обещание человеку в беде, который надеется, что ты придешь. Стоять. Хоп. Нести на спине. Нормально. Пока у меня не слишком большой, да, вес, я так понимаю. Ну что ж, нам предстоит долгая дорога, унылая и необычайно опасная. Посмотрите, как много грузов всяких повсюду валяется. Ой, я там еще один упустил. Ладно, пойдемте вернемся за ним. Стопэ. Утерянный груз, диски с информацией. Еще одни диски с информацией. Смотрите, мы можем 120 килограмм на себе нести. Как это вообще возможно? Вон еще один. Оп! Нормально. И еще одни диски с информацией. Воу, смотрите, что это такое? Какая-то рука. Ну-ка, быстренько. На значке как будто бы это рука, но это нет. Стоп. Да. Поможет пересечь большинство рек. Мне не надо сейчас. Да я знаю, просто эти реки не такие уж и глубокие, вообще не сложно. Откройте интерфейс снаряжения, чтобы с помощью этого, чтобы использовать лестницу. Ага, окей, погодите. Вот это, что это мы берем? Я не могу это взять. Ладно, потом. В общем, друзья, будьте уверены, я собрал весь груз, который нашел, который мне попался по пути, и все это на моей спине теперь. И тут какая-то вот башня Бриджес. Использовать терминал. Окей, параметры доставить. Доставка запрошенных или брошенных грузов. Ага. Чтобы завершить доставку. Отлично, Сэм, да? Я вижу, ты вернул пропавший груз. Да. Можешь оставить его тут на обработку. Если найдешь еще что-нибудь, будучи в пути, и не сумеешь дотащить, то всегда можешь оставить груз в хранилище. Там он останется в целости, а потом его заберет другой курьер. Даже если он пройдет через сотни рук, прежде чем прибудет, ты можешь быть спокоен, что сделал свое дело. Чтобы завершить доставку утерянного груза, выберите «Доставить». Доставить утерянный груз в меню терминала доставки. При желании вы можете доверить доставку такого груза другим курьерам, выбрав пункт «Доверить груз» на терминале. А, хорошо. Это никак не повлияет на мой рейтинг, я так понимаю. Ну, ладно. Так, почему не доверять? Я хочу доверять. Я доставил его? Доставил. Хорошо. Окей, все, доставил. Груз доверен другому игроку.
Да, нам даже что-то повысили за это. Получается, другой реальный игрок придет, увидит эту башню и такой: о, я доставлю это. А я с себя ответственность снял. Вот это я молодец. Короче, это растение, которое, видимо, потом только можно будет собирать. Сейчас мне это недоступно, к сожалению. Но вообще-то неинтересно для меня лично. Я бы сам доставлял свои грузы. Это ж на каком же начальном начале я нахожусь, что мне вот только сейчас объяснили эту механику, что можно доставлять, точнее, оставлять грузы. Нам долго играть, ребят, предстоит. Какая интересная штука. Ускориться! Божья скорость, Сэм. Давай, Сэм. Мне больше нравилось, когда у него были растрепаны волосы. Опси-допси. Заметили, да, что прикольно сделали, что именно для этой миссии важно. Он решил привести себя в порядок. Так, ну это еще, да, получается, Бриджес башня. Так близко к предыдущей. Оно мне не нужно. Ну что, есть какие-нибудь сигналы? Есть какие... Опа, криптобиоты. Я хочу запастись ими. Смотрите, а это что такое? Криптобиот взять. Окей, я взял. Нет, дождь. Здесь твари, это зона тварей. Длительное воздействие темпорального дождя повреждает контейнеры. Не оставайся под дождем дольше, чем нужно. Я понял, вот что это за знак. Вот, типа, здесь начинается дождь. Это Ник Истон поставил. И также здесь есть еще одна такая же башня, терминал. Окей, я не пойду. Нет, не пойду. Я ухожу отсюда, все. Лучше через горы пойти. И получается, что дождь на одном месте стоит. В этом прикол. И стоит тебе чуть-чуть отойти, и дождь закончится. Давай, мы сейчас через горку нормально пролезем. Без всяких там лестниц, веревок и прочей фигни. Кому это все надо? Ха-ха, я столько по горам лазил за все время, что играю в игры. Все? Тихо, тихо, уи! Да все нормально. А, блин! Простите, сэр. Так, все, ребенок, как его качать? L1. Вниз. А, вот. Успокойся! Все, уснул. Так меня в детстве укачивали. Окей, еще какой-то там супер брошенный груз. Он так же одинок, как и я, поэтому я возьму его. Ладно, поперли в гору. Что это значит? Сэм, да. Если попадется крутой склон или скала, не забудь про лестницу, которую мы тебе выдали. Да. Обязательно ее примени. Интересно, как еще ее сможет использовать такой профи, как ты. Как ее еще сможет не использовать такой профи, как я? Вот это тебя должно волновать. Я смогу ее абсолютно никак использовать. Смотрите, смотрите, как я аккуратненько забираюсь по склонам. Вот там игра предлагает мне поставить лестницу. Груз. Нет, аккуратненько. Еще одна лестница, халявная. Погодите. Мы найдем способ обойти. Евгений не ищет легких путей. Вот, например, здесь очень удобные выступы. Смотрите, как Сэм аккуратно на них забирается. Давай, Сэм, давай. Ну, а, черт. Нет, он не может. Нет, не могу здесь, кажется. Кажется, здесь все. Тут, мои полномочия окончены. Ну ладно, давайте не будем страдать ерундой тогда здесь. Поставим эту чертову лестницу. Как? Вот ее берем. Теперь изменить место. Значит, чтобы задействовать, убрать. Хорошо. Выбор места L2. Вот как-то так. Мне нравится вот так. И теперь R2 установка. Опс. Мега нано лестница. Смотрите.
О, посмотрите, как много здесь груза оставленного. Я думаю, мы можем либо забрать... Да, мы можем разобрать эту лестницу. А, нет, стоп, ее надо было удерживать options. Хорошо. Разбираем. О, просто исчезло. Ну ладно. Посмотрите на это. Утерянный груз, аварийный запас топлива. Взять. Я трансформер, самый настоящий. Потом образцы растений. Взять. Все взять, я даже не думаю, просто беру, я курьер. Вот там, видите, эта пуповина тянется в небеса. Тихо, 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 тихуй, чуть башкой. Все, индикатор красный. Это плохо. Чуть башкой в камень не влетел. Давай. Что это за звуки? Это дождь. Надо уйти отсюда. Я вообще, мне кажется, немного отстал от заданного курса. Аль нет. Не, мне вот сюда надо. Все правильно, я иду. Будь проклят этот дождь. Не, надеюсь, что все-таки перемещается здесь как-то тучки дождливые. Смотрите. Что это? Что это за зона? Это зона зла. Утерянный груз древесины. Окей, хорошо. Отключение от хиральной сети. Это плохо, наверное. Так, нести на спине. Я уже половину... Ой-ой-ой-ой, балансируем. Мама. Отсюда, если я упасть, то мне смерть. А здесь что? Здесь нужен... Как ее называть? Короче, скалолазный набор. А есть ли у меня такой? Один есть, да. Сейчас, секундочку. Это вот так выбирать надо. Значит. Вот сюда поставить. Окей. Ну что, понеслась, ребят? Спускаемся. Ха-ха-ха! Прикольно. А мы можем ускориться как-то? Как-нибудь побыстрее это сделать, нет? Нет, не можем. Ну ладно, и так нормально. Смотрите, что с контейнерами происходит. Они гниют, коррозия. Ладно, сейчас. Я сейчас. Все. Well done. Блин, 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 блин. Как несет-то, а? Все, давайте балансируем. Балансируем. Вон тот центр. Черт, как меня несет. Ну да, упаковочка засрана. Но ведь это ведь не самое главное. Если, конечно, это не подарок на Новый год. А, давай, скорей. Бегом. Сюда, сюда. Смотрите, еще один груз. Лежит себе. И вон там еще один столичный узел груз. Кстати, вы видите, там какие-то прожектора стоят. Еще какая-то база, видимо. Нести на спине! Ой! Евгений перевесил, кажется. Зато этот груз поможет защитить груз, который под ним. Надо бы что-то с этим сделать, мне кажется. А, вот, выгрузить. Я выгрузил? Выгрузил. Изменения будут отменены. Нет, погодите, нет, все, я хочу... А, я хочу подтвердить. Все. Прощай. Нифига себе, он весил много. Что я делаю? Что я делаю? Ты зачем это делаешь, Сэм? С ума сошел. А, можно еще в руке? Нет, все, я не хочу тебя нести. Достал мне тоже. Нашел, где доставать. Секунду. Надо сейчас близко пересечь. А, хорошо. Мы потом вернемся за ним. Так, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Слушайте, это все, конечно, тяжело. И помнить об этом всем трудно. Снова река, чертова река. Я, знаете, что думаю? Мы можем лестницу поставить. Ну-ка, мы можем прямо вот отсюда ее... Все, дождь закончился. Ура! Тихо, тихо, да что такое? Я же ничего не сделал. Все, залазь.
Вот у нас лестница. Нет? Ай, далековато. Вот вроде бы я профессионал, но видно по мне, что я только сейчас учусь. Вот сюда, да, пожалуй? Нет, вот как-нибудь так вот мы ее разместим. О, смотрите, можно прям так идти, на своих двух. А ты я циркач, вот я цирк... Воу, что-то меня как-то вправо косит все равно. Не нравится мне это. Интересно, а куда все дороги делись? Вот именно прям дороги асфальтированные. Наверняка же что-то должно было остаться от цивилизации. Окей, go. Вниз. А, нет, используй терминал. Ух! Что ж, доставка запрошенного груза. Доставка утерянного. Использование невозможно. Окей. Все требуемые грузы готовы к доставке. Заказ может быть выполнен. Давайте, выполняй. Доставляю груз. Спасибо. А ты кто такой? Всем оскорбим о гибели центрального узла. Никто не знал, что он значит для организации. И для UCA, и для нас. Но окситоцин снимет напряжение. Это поможет. И скоро мы придем в норму. Давай посмотрим. Он прямо сейчас при мне примет. Дай посмотрим, как я приду в норму. Ладно. Мы тебе очень благодарны. Это не идеально, но на время нам хватит. Короче, ну раз мне дали за это 30 лайков, видимо, я вообще крут. Все, давайте. Уровень связи 2 звезды. Ранга не повысили. Ты из второй группы, да? А где остальные? Они мертвы. Мертвы. О. Выплеск пустоты. Да. Как так? Один взрыв накрыл всех? О, да. И что, они отправили тебя одного? Если это была бы просто доставка, это одно. Курьеры иногда приходят сюда, но... Вторая группа должна была принести Кьюпит и подключить нас. 3 года мы ждали помощи. 3 года! И прислали одного человека. Черт, черт, черт! Хотя бы скажи, что ты принес не только Окси. У меня есть Кьюпит. Ты? Правда? Так это правда. Они его наладили. Ну, возможно, небо услышало мои молитвы. Так чего ты ждешь? Подключи нас к чертовой сети. Круто, если бы мы так же, да, в интернет с вами выходили. Подключаешь к сети. Новая нить. Смотрите, это типа мы такое расстояние проделали. Короче, здесь Америка очень уменьшена, да? Хорошо, окей, далее. Все, так, всякое доступно. Личный узел подключен. Ура! Это происходит, как и обещала Амелия. Наконец-то мы займемся своей работой. Видите, голограмма лучше стала выглядеть. Ты идешь на запад, да? О, да. Многие будут рады тебя увидеть. Будешь идти до самого побережья? То есть ты своими глазами увидишь Амелию? Это потрясающе, честное слово. Я никогда ее не видел. Только голографические сообщения, когда был в первой экспедиции. Ну, в общем, будь осторожен в пути. Есть и плохие люди. Их больше, чем хороших. Но ты и сам это знаешь. Спасибо. Опять ты. Подключив этот пункт к хиральной сети, ты установил прямой контакт с теми, кто остался в столичном узле. Да. Что дальше? К западу от пункта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ними находится твоя цель – портовый узел. О! На краю кратера, возникшего после первого выплеска пустоты. Как далеко. Твоя задача – соединить портовый и столичный.
Но для этого ты должен превратить наши здания в дополнительные пункты. Они необходимы для создания стабильной связи. Расстояние-то большое. Мы хотим использовать и распределитель, и электростанцию. А куда направиться раньше? Начни с распределителя. Есть один груз, который нужно доставить. Забери в ближайшем терминале доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Окей. Получается, в принципе, нас будут посылать и посылать и посылать. Труд приносит плоды. Мощность сети увеличилась, и поэтому штаб-квартира теперь может дать тебе дополнительные материалы и поддержку. Лишними не будут. Опа! Система крафта. Видите, из материалов можно что-то там создавать. Давайте изготовить снаряжение. Что мы можем сделать? Можем сделать лестницу. ПКХ. ПХК. С ПХК можно сделать почтовый ящик. У нас готовы только вот эти рецепты, и нам показывают, сколько нам всего для этого нужно. Доступно в данный момент у нас, видите, 552 смолы и 1020 металлов. Поэтому мы можем себе накрафтить. Давайте, лестницу нам не нужна, я думаю. Ноль. Вот этот. Вот его сделаем. Пусть будет 2. И одну такую штуку. И нам типа нужно подтвердить теперь. Все, накрафтили себе. Погрузить все. Ух. Подтверждаем. А теперь доставка утерянного груза. Это бельишко. Сейчас давайте все это хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И все это подтверждаем. Я думаю, с каждым выпуском, который будет выходить у меня, будет все больше и больше монтажа. Чувствую, что это неизбежно, так как очень много повторяющихся действий будет. Ну вот, снова легкий, свежий, уй! Можно прыгать! Теперь же нам нужно проделать путь. Ой, какой жесткий путь. Где это было? Где эта штука была? Вот здесь, да, по-моему? Надо, нужно сюда пойти будет. Сейчас ставим метка. Так. Вот отсюда идем. Давайте прям вот возьмем и понаставим себе четкий маршрут проложим. Я думаю, здесь будет проще пройти. Сюда. И потом дойдем вот до сюда. А потом отсюда мы идем прямиком. Ой, тут будет очень стрёмно, я чувствую прям. Мне кажется, можно будет как-то вот так пройти. Но это мы уже, находясь здесь, поймем. Маршрут построен. Все, я предлагаю больше не забивать себя лишним грузом. И будем идти строго по сюжету, потому что иначе мы совсем будем долго играть. Вот что мне нужно. Вот эта вот вышка. Мне очень чертовски любопытно узнать, что же там за этим холмиком. Что это? Что это за помехи? Такого не было раньше. Это я жму, это я что-то делаю. Там целая куча криптобиотов. Кстати говоря, давайте их сожрем. А что не сожрал? А, поесть. Окей, окей, окей. Мой путь пролегает вот здесь. А что я так нагнулся? А, вот. Вау! Что такое? Скользкая, скользкая трава. Все нормально. Видите? Что это такое наверх летит? Возможно, это твари? Нет, это кристаллы, которые мы пока не можем взять. Снова это столб. Смотрим, как он будет себя вести. Так, давай, что ты скажешь мне? Ничего. Впереди лежит брошенный груз. А, давайте возьмем, ладно. Много не прибавил. А, так погодите, мы можем сразу взять и использовать терминал, чтобы оставить там доставленный утерянный груз. Отлично, можно... Груз доверен другому игроку. Списывать ответственность — это мое самое любимое. В этом и есть суть. В этом и есть смысл слова «курьер». Сама суть профессии.
Ты донес, ты оставил, ты забил. Вот тут еще какие-то грузы есть. Образцы почвы. Металлы? Не, металлы не нужны. Металл я, конечно, заберу. Да ладно, я образцы. Вот она же рядом со мной лежит. Почему бы и не взять? Прибавляет все по 4 кг, это фигня. С меня не убудет, а людям приятно. Делать людям приятно. В этом и есть сама суть курьерства. Вот куда ты? Куда ты покатился? Оу! Смотрите. Какие-то обломки чего-то. Машин! Свалка машин, вы прикиньте? Вот, вот что я хотел увидеть. Остатки цивилизации. То есть все-таки дороги асфальтированные просто-напросто заросли. Вот это круто. Вот это реально круто выглядит. Это уже, знаете, изначально издалека это смотрелось как часть природы. Просто холмики какие-то. Если выносливость снижена, чтобы взять флягу... А, ну да, я помню. Ай, выносливость повышена вновь. Что это? Старые записи, записки. А теперь еще и тут у нас есть криптобиот. Как мы можем его себе прикарманить? Как прикарманить криптобиот, я не понимаю. Только что был тут. Может, они уходят? Их надо быстрее успевать жрать. Окей, ладно, просто идем. Все, больше ничего не подбираем. Конечно же, нам нужно подобрать все эти смолы. Давай сюда, смола, иди ко мне. Иди ко мне на спину. Ничего, нормально. Еще смолы. В итоге Евгений перевешен, как всегда. Ладно, сейчас будет еще одна башня по пути. И туда все свалим. Сидит, торчит. Надо срочно его подобрать. Кстати, сожрем, не знаю, раз не подбирается. Мы достигли точки R7. Теперь же нам нужно вот туда, налево. Вот к этому зданию. И, кстати, груз у меня в идеальном состоянии. Не считая вот этой ржавой коробки. Ну-ка, посмотрим, какая здесь глубина. Дериал, это все дериал, поэтому нам необходимо... Стой. Нам необходима лестница. Это все? Это все? Вон, туда можем пойти. Смотрим. Во, прекрасно. Не такая уж и большая лестница, как я ожидал. Я думал, она будет длиннее. Да куда ты, куда ты? Все, все. Теперь собрать ее. А че, подожди, я же нажал собрать. Все, лестница взята. Она исчезла. Это проклятая... Почему она исчезла? Чуть не понимаю. Ладненько. Следующий у нас вот здесь. Надо было больше их сделать. Чувствую, я сейчас буду безлестничным человеком. В целом, мы здесь можем спокойно пройти. Лестницу разобрал. Смотрим, она у нас... Слушайте, она и правда исчезла. Все, у нас больше нет лестниц. Не понимаю, а почему какая-то лестница, которую я разбирал? Так, ну-ка, забирайся, давай. Куда тебя? Вот это отстой. Вот это отстой. Так, хватай груз. Встать, хватать груз. Ну, блин, не смей. Сейчас я тебя отпущу. Так, давай, мне нужен скан. Нормально, сейчас выйдем. Да блин.
Ну зато груз ты хоть на месте, да? Встать, встать, вставай, вставай, Сэм, давай. Слушайте, это прикольно, я не думал, что это будет так сложно. Выносливость снижена, но больше всего снижено мое достоинство. Нормально так нас покатало. Мотик, 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 скорей. О, да. О, да. Ладно, сейчас сначала подключим все это. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджит. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджит. Какой большой столичный узел. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджит. Где терминал? Вот терминал. Стоять, стоять, стоять. Слушай, я правда перенервничал, когда пытался реку пересечь. Вот это было неожиданно. Нет грузов, которые можно доставить? А что это? Почему это нет? Личное хранилище? В личном хранилище можешь оставлять груз и прочее. Окей. Давайте оставим. Старые книги, потом... Давайте все смолы вот эти оставим. Металлы. Лады, мы сложили их. Значит, я потом смогу доставить, правильно я понимаю? Правильно. Фляга у нас пополняется, ведь правильно тоже? Правильно, пить. Постойте. Отправиться на запад. Получите новый заказ на пункте к западу от столичного. А, так я ж получил. Или не получил еще? Я же получил, кажется. Я же вроде как получил, мне же объясняли, что нужно идти сюда. Дайте-ка я быстренько сбегаю и спрошу. Простите, а что мне нужно тут сделать? Вот это? А, спасибо. Теперь можно идти. Заказ есть. Опа! Груз обнаружен. Кто это? Уходи. Скорее, пока тебя не увидели. Так, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Беги к месту назначения. Окей, бегу. Это злой дядя, он за моим грузом. Ой, как страшно. Нормально, я так побегал, блин. Нет. А как мне скрыться от них? Хорошо, дождь спас меня. Видимо. Повезло. Такой, да? Хорошо, что шел дождь. Даже они не рискуют лезть в тварь. А, повезло, да, конечно, но как... Смотри, как посмотреть на это. Теперь твари будут повсюду. Но я-то не дурак, я здесь не пойду. Воу-воу-воу-воу-воу, нет! Нет! Да чтоб тебя. Что-то я подустал. Взять! Стой, блин, груз! Груз! Давай, груз, стой! Да чтоб тебя! Держись! Держись, чувак! Давай, чемоданчик, давай, желтый! Да что меня? Что-то меня несет сегодня! Груз! Редкий металл! Есть, взял! Есть, я взял!
Что происходит? Что происходит? Что происходит, блин? Но нет, нет, все, начинается. Присели. ББ, твой выход. Мне нужно, чтобы ты просканировал тут все. Это... А, нет! А, нет! Вон оно! Вон они, их тут двое! А как мне не дышать? Я подзабыл, если честно. Исчезли? Они исчезли куда-то. Ой, ББ, ты бы потише. Секунду, я забыл, как нам не дышать. Очень сильно забыл. Да уж, стремновато, правда? Еще как стремновато. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как мне не дышать? Я не понимаю, как стряхнуть? Глазировать? Черт, тянут прям за задницу в ад! Я не готов! Я не готов, я слишком хороший человек, чтобы в ад лезть! Я устану сейчас! Блин! О, надо рывок! Все. R1 это задержка дыхания, все, я понял. Вот. Ага. Был где-то вот тут вот, насколько я помню. Фух, еле вырвался. Хорошо, что я уже здесь пробегал, и мне удобно идти по своим следам. Они показывают наикратчайший путь. Очевидно, самый наиудобнейший путь. Окей, кажется, мы спаслись. Найн. Ура! Спаслись. Или нет? Не знаю. Что-то с ребенком. Беспокоиться не о чем. Функционирование ББ временно приостановлено, но это можно исправить. Я могу провести техобслуживание в распределителе. Только поторопись. От автотоксимии страдает ББ. Это значит, что я больше не увижу монстров. А, в принципе, солнышко вышло, все нормально. Мы сейчас будем спасены. Ура! Дождь закончился. Когда нагрузка на ББ превышает допустимый уровень, он начинает синтезировать опасные соединения и фактически атакует сам себя. Это называется автотоксимия. Если твой ББ плохо работает, зайди в личное помещение и помести его в инкубатор. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего... Ух, чуть не влетел. Рекомендован отдых. Рекомендован отдых? Я согласен, я пошел. Кстати, можно гораздо быстрее бежать, если вовремя нажимать L2, L3, R2. Ух, ура, доставить.
состояние отличное. Так хочется других людей видеть здесь. Люди с пункта рассказали мне о тебе. Сэм Риджес, вторая экспедиция, да? Человек в жизни. Расширяющий хиральную сеть. Как ты не занят доставкой грузов. Так что ты принес нам? Посмотрим. Кстати, да, почему не всего одного человека послали? Спасибо. Наверное, тебе через территорию твари пришлось идти, да? Значит, правду говорят, что ты легенда. Ну, я, конечно же, себя легендой не считаю. Ну, спасибо. Все, теперь ютубчик сможете смотреть и другие классные сайты. А это счастье. Ага. Новая нить. Хорошо, нам в принципе получается нужно будет просто дойти до западного побережья и игра будет окончена. Да. Еще раз спасибо, что приводишь людей в UCA. А, можно останавливать их. Получены новые данные. Интервью «Мулы и синдром дрона». Bridge Baby. Темпоральный дождь. Окей, хорошо. Похоже, что мы подключились. Я подключен. Все необходимое. Считай, что это наша благодарность. А теперь иди на запад и продолжай свою работу. Отлично, распределитель подключен к сети. Сэм, сделай одолжение. Отнеси ББ в личное помещение и подключи к инкубатору. Отлично. Гоу. 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 Войти в личное помещение. Дэдвин, ты здесь? Помогай. Так, Сэм. Простите. Я просто... Это самый долгий выпуск по времени, который я записываю. Готово. Хорошо. Избыточный уровень стресса. Нужно просто вернуть ребенка в утробу матери. Матери? Она в реанимационном отделении столичного узла. С мертвым мозгом, конечно. То есть некромать? Верно. Матка некроматери обеспечивает некроматка между другой стороной и ББ. Ну, а ты... Подключаясь к ББ, получаешь возможность чувствовать тварей. Эти капсулы имитируют условия нахождения внутри утробы. В противном случае младенец просто не смог бы функционировать. Однако, обманывать его восприятие можно лишь недолго. Поэтому нужно периодически обновлять параметры среды, синхронизируя их с некроматерью с помощью хиральной сети. Вот. Пошло обновление. В данный момент капсула синхронизируется с некроматерью в столичном узле и сразу перенастраивает свою конфигурацию. Если таким образом вернуть ББ в утробу, уровень стресса на время снизится. Ребенок как бы оказывается на своем месте. Лицо довольное.
Я скорректирую дозировку окситоцина. Теперь самоотравление будет наступать медленнее. Тебе следует помнить, ББ — это просто прибор. Не надо привязываться. Каждого из них физически извлекли из матки некроматери. Этот процесс делает их непредсказуемыми и весьма ненадежными. Еще ни один образец ББ не прослужил дольше года. Твой может начать сбоить еще до конца экспедиции. Ну и... То есть никак нельзя сохранить жизнь ББ? Ты должен понять, мы еще очень многого о них не знаем. Расширяя хиральную сеть, восстановив больше данных, может, мы и найдем ответы. А, да! Ты просил узнать, почему твари реагируют на твою кровь. Я поговорил с Хартманом. Результаты скоро будут. А пока что отдыхай. Ты устал, да и ББ тоже. Спокойной ночи. А я представляю, он так может, когда я буду спать, материализоваться здесь и стоять и смотреть. Ну, то есть, эти ББ, это, по сути, не люди? Или что это такое? Что за некроматки? Как это все получилось? Вообще интересно так все это. Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает, моя леди. Сэм, ты меня видишь? Как ты держишься? Меня не стерегут, я не в цепях, но не уйти. Но если ты наладишь связь и доберешься до меня, мы вернемся на восток, домой. Спасибо. Правда. Все плохо. Людей в городах становится все меньше и меньше. Никто больше не заводит детей. Но люди не должны быть одни. Они должны жить вместе, помогать друг другу. И если мы на это не способны, если мы утратим связь, то тогда, как сказала Бриджит, вымирание. Да брось. От тварей мы так все равно не избавимся. Пока они среди нас, бежать некуда. Но у нас будет надежда. Я буду ждать, Сэм. Ждать тебя. Разыщи меня. Привет, Сэм. Это Хартман. Ни минуты покоя. Раз уж ты проснулся, неплохо бы освежиться. Может быть, сходишь в душ? Это полезно для души и тела. И для моих исследований тоже. Что? Что? Они хоть слышали, как это все звучит? Может быть, ты сходишь в туалет? Номер два, я имею в виду. Сходи в туалет. Это полезно для моих исследований.
Очень странно звучало. Окей, друзья, на такой вот забавной нотке мы заканчиваем этот видос. И продолжайте писать ваши комменты. Голосуйте, продолжать эту игру или нет. Нравится ли вам моя компания в этой игре или нет. И я буду делать вывод. Огромное всем спасибо, что смотрели. Пока что все очень круто. Игра усложняется, и мы уже все больше и больше втягиваемся в процесс доставки. Этот процесс нам тоже доставляет. Огромное всем спасибо еще раз, ребят. Всех вас люблю, обожаю, целую, обнимаю. И с вами был Юджин. Не забывайте подписываться на канал, вступайте в группу ВК, в Инстаграм, в Твиттер. В общем, все это будет там вот внизу. Все ссылки в описании. А мы прощаемся с вами и даем друг другу 5. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5!